Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A15 произвести операцию Hard Reset, то есть сброс всех настроек до заводских. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство, затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вниз на несколько секунд. После того, как экран загорается, появляется логотип Oppo и внизу надпись Recovery Mode. Можем уже отпустить все кнопки и ждем, пока загрузится режим recovery. В первую очередь давайте выберем английский язык и затем выбираем опцию wipe data. Затем вводим верификационный код, который у нас здесь показывается. И затем нажимаем format data. И затем формат. И после этого ждем, пока все данные отформатируются. И после этого выбираем. После этого телефон сам перезапустится в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!